полезные, полезные конфетки, да, то есть это у нас будет курага, орешки, можно банан добавить. Полезные ингредиенты ведущие мастер-класса складывают в миксер, чтобы сделать вкусную начинку для конфет. Перед ребятами на столах кокосовая стружка, семечки, кукурузная крошка, какао, шоколад для обваливания и украшения сладостей, а также бумажные формочки для готовых изделий. На самих детях одноразовые фартуки, шапочки и перчатки. Все как у настоящих кулинаров. В какой бы ситуации ни находились детки, какая бы у них ни была семья, у детей должно быть всегда будущее. И вот мы сегодня пытались научить деток и основам правильного питания, объяснить, что такое здоровый образ жизни. Вот все в рамках нашей программы «Здоровые дети, здоровая страна». Ангелине и Даше по 8 лет. Девочки любят конфеты – шоколадные, ореховые, карамельные. Нравится им делать и различные подделки. Поэтому к созданию сладостей они подошли творчески. Вот эта конфета состоит из шоколада и пудры. А эта конфета состоит из корицы и шоколадки. Я делаю конфеты катаю шарик, а потом макаю в пудру. Мне очень интересно это делать. Артему 10. Он младший ребенок в семье и очень любит помогать маме по хозяйству. До этого делал только вафли. Мальчик теперь научился создавать вкусные конфеты из натуральных продуктов. Понравилось. Тут можно делать всякие конфетки. Все. Дают форму там. Вся. Банан, курага, орехи. И делаешь из этого. Макаешь куда хочешь и все. В лагере у ребят есть и программа здорового питания. Поэтому участие в акции в рамках проекта «Здоровые дети, здоровая страна» оказалось весьма кстати. На мастер-классе каждый смог сделать от 2 до 5 полезных конфет и самостоятельно их украсить. Это индивидуальное творчество. Проявили каждое свое творчество. Всем очень понравилось, вкусно. Спасибо за то, что нас пригласили сюда. В общем, мы все очень рады. После этого сладкое творчество около 40 юных кондитеров оценила мастер. Визуально. Работы ей понравились. А затем самое вкусное – дегустация. Рецепт экологичных конфет пришелся по вкусу всем участникам. Также для детей приготовили и другие сюрпризы. Блокнотик такой. Воздушный змей. Такая записная книжечка. А еще мячи, игры и мыльные пузыри. Подарки, подготовленные Одинцовским гипермаркетом, где прошел мастер-класс, рассчитаны на любой возраст. Поскольку вы все такие молодцы, вы сегодня проявили все свои творческие способности, мы хотим вам подарить вот с Ольгой Владимировной подарочки. Вы согласны на подарочки? Мастер-класс был приурочен ко Дню защиты детей. В нем приняли участие ребята из многодетных семей, а также воспитанники летнего оздоровительного лагеря Одинцовской школы №1. Дети получили подарки и забрали с собой свои сладкие работы, чтобы угостить родителей, поделиться с ними новым рецептом и отличным настроением. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».